Ханты-Мансийский округ получил грант от правительства России за достижение высоких показателей в работе органов исполнительной власти в 2021 году. Из федерального бюджета регион получит около 700 миллионов рублей. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства Югры. Эти средства направят на обеспечение требований антитеррористической защищенности образовательных учреждений, на капитальный ремонт автодорог местного значения, на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также на поощрение муниципальных управленческих команд. Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что каждое из направлений имеет счет, и за каждое из них муниципалитеты отвечают. Также глава округа выразила надежду на освоение средств с максимальной эффективностью, включая сроки реализации проектов. Кроме того, иной межбюджетных трансферов к данному округу выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации 70 миллионов рублей. Предлагается направить на ремонт автомобильной дороги город Сургут, Нижневартовск на участке 155 плюс 0 километр 165 165 километр, вот в 2021 году 10 километров, и автомобильной дороги город Ханты-Мансийск, Таленка,